Катюшки, Кати, Екатерины, Катюши. Катя, если ты смотришь это видео, я тебя поздравляю с днем рождения. Люблю тебя. Сегодня я покажу, как проходит день рождения Кати. Вообще, мы должны отмечать в сказке. Да, мы поедем сегодня в парк «Сказка». Будут аттракционы, и мы будем кататься на аттракционах. Но это не точно. Сейчас я пойду, наверное, краситься и покажу, как я крашусь. Но мне там просто блеск нанести на губы. И мне еще расчесаться надо. Блеск и реснички подкрасить. Еще вчера мы с мамой сделали просто бомбезный классный очень маникюр. Просто. Вот, ребята, мой туалетный столик. Тут, конечно, бардак. И в моей комнате тоже бардак. У нас все в коробках лежит, потому что мебели пока что нет. Только есть туалетный столик. Давайте я сейчас отодвину. И сейчас покажу, что у меня находится в полочках. Ой. Здесь у меня свой личный дневник, но не очень личный. Я просто туда записываю заказы. С Wildberries, которые я заказываю. Здесь у меня такая полочка. Она хорошая, так вот открывается. Сначала она открывалась, сейчас нужно ее вот так вот надо было дернуть. Тут у меня, значит, какие-то уходовые штучки, тут вот так. Сначала я возьму вот это и возьму вот это. Сначала я нанесу вот эту вот тушь. Я думаю, нормально у меня и так. Я просто хочу, чтобы немножко... Как красить нижнюю ресницу? Все легко и просто. О, как красиво! Скажите, кстати, я заказала маникюрный набор. Там будет и лампа, и лайки, и... Просто когда мы переезжали, у нас был этот набор. Мама его выкинула. Мне кажется, нормально. И наносим помадку. Фу, мне это масло в рот поплало. Я сейчас пойду расчешусь и переоденусь. Ребята, вот что я надела. Я надела вот такие вот шортики и вот такую вот футболочку. Там зайдет дырочка. И одела вот такую вот цепочку. Сейчас будем уже выезжать. Мне мало собирает хвостик. Ребята, я уже в машине. У меня вот такая классная цепочка, мне она очень нравится. Еще я взяла вот такую сумочку, там у меня телефончик. Ну и мы уже едем. Я как-то очень волнуюсь. Я боюсь, там будут какие-то люди, какие-то Катины подруги, которые я не знаю. Папа, смотри, какая-то страшная горка. Ребята, мы, кстати, ей приготовили очень классный сюрприз. Тут есть шарик мини-брендс с едой. И Лего Фрэнс. Мне кажется, это суперский подарок. Сейчас пойдете, и вот налево там будет табличка такая, место продвижения. Мы пришли в Динопарк. Катя где-то здесь отмечает свой день рождения. Да. Нам нужно найти шатер. Да. О, смотри. Ну, мы были в Алматы, в парке Горького, да? Да. В парке Толстого. Там есть тоже такой парк. Там есть тоже динопарк, но там... Ну, там, по-моему, чуть поменьше, да? Да, там намного меньше, мне кажется. Там транспорт, по-моему, не надо. Да. Там нам фотограф рассказывал очень классную историю про... Там были вот такие вот огромные змеи, динозавры. Это просто не очень прикольно. А, вот смотри, место проведения праздника. А, вот. Нам туда. Что за звуки? Ерозавр. Ой, мама, смотри. Тут в кустах вообще эти динозавры спрятаны. Только в Алмате они шевелились, а здесь они только орут. Здесь они... А, нет, смотри, тоже же рот открывает. Да, но мне кажется, в Алмате там было круче.
что там, не знаю, мне кажется, там больше понравилось как-то. Да? Там просто атмосфера, обои были такие прям. Короче, мы, кажется, увидели, где все это проходит, да, и сейчас мы туда пойдем. О! Он такой высокий. Высокий динозавр. Если бы он еще наклонялся, то это бы... Смотри, какие ноги. Там... Здрасте. Там Крис уже. Привет. Привет, давно не виделись. Да уж. В туалет советую не заходить. Там, а что там? Полная жесть. Нина все задерживается, Катя задерживается. А все уже пришли? Ну не все, там еще Полина должна быть. Короче, ждем. Какие красивые! Мамочки! Это вот мамочки! Мамочки! Дочечки! Вот Лиза, мы уже покатались на аттракционах. И, ой, прости, пожалуйста. Покушали. Сейчас будем... Сейчас будем какой-то розовый дым запускать. Извините, нет, что... Это Ада, мой друг. Короче, сейчас я сниму. Катя, ребята, просто сюда. Посмотрите. Катя, офигеть. Катя, что это такое? Там так, и желтый, и красный, и голубой дым. Офигеть. И синий. А вот Катюша. Очень красивый фон. Что? А, голубой уже, все. Там пахло горелым, да? Да, ну, потому что там, ну, конечно, ну, газовой, да. Газовой горелкой поджигали. Ребята, скажите, он слишком умный. Мы сейчас хотим налить на руки воду и вот так вот всю себя полоснуть. Извините за такой ракурс. Мы же на природе. Кать, тебе тоже? Что? Тебе тоже умыться дать? Не, немного. Много! Какой торт красивый. Смотрите, какой торт. Вот Адам. Конечно, его не видно немножко, но ничего. Катюшка, загадай самые дорогие желания. Давай снимай вещи, пусть все умнится. Можно я его? Давай снимай. Ребята, короче, мы уже вышли. Было очень классно. Мы катались на аттракционах. У нас были аниматоры. Но аниматоры были просто так, не пираты, там какие-то просто. Что, просто люди? Да. А-а-а. Без костюмов. Мне очень понравилось, они были очень добрые. И сейчас мы едем домой. Подписывайтесь на мой канал и на Машу. Ставьте лайки. Всем пока-пока.